Губернатор Павел Коньков в рамках рабочей поездки в Москву встретился со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Глава региона рассказал об основных показателях экономического и социального развития области, мерах по улучшению инвестиционного климата и демографической ситуации. Также Павел Коньков подробно изложил детали реализации проекта строительства в регионе комбината синтетического волокна. Получена госэкспертиза уже, то есть мы, в принципе, сейчас при решении определенных вопросов готовы залезать в землю. Вот. Есть предполагаемых ряд инвесторов, заданы документы в ВЭП, они работают над ними. Такой проект его нет. А любые сторонние инвесторы... Ну а заинтересованные потребители продукции? Полно. Мы сейчас одновременно с... Тоже можно как-то заинтересовать и привлекать... У меня там другой план, потому что, учитывая, что надо обязательно еще волокно перерабатывать, мы сейчас проводим работу по созданию технопарка вокруг этого комбината.